вітаю всіх шанувальників українського півдня. З вами я, Лідія Григорьова. І сьогодні ми традиційно будемо говорити на актуальні теми нашого суспільства. І, звичайно, будемо говорити про розвиток міста Херсон. Щоправда, розвиток дуже складно говорити за останні 3 роки чи 4 роки після подій Майдану. Але, тим не менш, будемо говорити про громаду Херсона. І на студії Віталій Богдан, депутат Херсонської міської ради і представник політичної партії «Укроп». Дивіться, попри те, що складні події в Україні, попри те, що зібрались народні депутати на позачергове засідання і щодо прийняття воєнного стану, наша міська рада готується до чергової сесії міської ради. І попри все, проходять дуже складні, резонансні і корупційні питання. Чому такі різні шляхи Херсона і України? Ви закінчили вопрос неожиданно. Я не думаю, що зовсім уж різні шляхи. Ну, події в Україні повинні були дотичні шляхи, консолідуватися, об'єднатися. Корупції в Україні теж вистачає. Якщо ми скажемо про конкретно Херсонську міську раду, то недодержання процедур – найголовніше питання на сьогодні. Якщо б, як кажуть, не знаєш, як робити, роби по закону. На сьогодні, якщо б було дотримання чітко процедури, ну, скажімо, винесення питань на сесію. Це попереднє оприлюднення за 20 днів, це попереднє обговорення у всіх комісіях, попередній розгляд на виконкомі і так далі, і тому подібне. А цього не відбувається. Що відбувається? Ну, наприклад, на прикладі, скажімо, тих питань, що не пройшли вже декілька сесій. І знову йдуть на сесії. І знову вкидують. Ну, давайте так. Ну, 100 гектарів заводу Новинського. Ми будемо голосувати за попіння? Скільки раз цей вопрос буде? Хто стоїть за цим питанням? Ну, його ж кидають з голосу? Звісно. Ну, це дуже складний вопрос, да? Хто стоїть за заводом Новинським. Новинський і фракція «Опоблок». Давайте не про то, хто стоїть, а про нарушення, конкретне нарушення процедури. Є ще ряд питань. Наприклад, йде доклад на нашій комісії, мандатна антикорупційна. Є секретарь мандатної антикорупційної комісії. Йде доклад земельних питань департаментом земельних відносин. І говорить, вопрос депутата и директора КП «Мазур» снят и не проходит ни одной из комиссий. Сейчас на рабочую группу этот проект подается уже от этого депутата, а не от департамента. И именно этот же вопрос был провален на прошлой сессии. Что это за питание? Это утренники в гестапо. Вот голосуем, пока не пройдет. Бесконечное переголосование в самом сессионном зале. Это что? Вот по мне это должно быть стыдно. Когда, не стесняясь, встает персонаж, глава земельной комиссии, товарищ Грек. Встает и тупо лоббирует вопросы своей жены. То есть все это время он продавал эту базу, где он является директором коммунального предприятия. Некогда самая большая база в Херсоне, овощторга. Сегодня 2/3 этой базы перекочевала в его семью. Его крестницам, его знакомым, его жене Светлане Жульовой. Он встает прямо на сессии, вопрос не проходит. Я это его... питание про ту базу, когда там 1 000 000 гривен майже выделялось. Это он уже ее благоустраивает. Ну, слушайте, ну человек беспокоится о своей жене. Ну, чтобы ее машины, джипы не ездили по каким-то развалинам, чтобы они ездили по хорошей, красивой, по красивому асфальту. Это, знаете, как шутка у нас. Если вы хотите, чтобы у вас было все хорошо в микрорайоне, поселите там Рубана. Это глава нашей бюджетной комиссии. Поселяете там Рубана. Это, кстати, по-моему, Кияновский предложил. Поселяете там Рубана, и у вас там все в порядке. Автоматически ходят космолеты, ходят троллейбусы уже до Зеленовки, там дорога ложится. Вот сейчас повезло, я ездил на отчет депутатов по текстильному поселку. Сейчас просто повезло текстильному поселку, это улица Урожайная. Это не Маринчук там? Маринчук, но до Маринчук, до школы не сделали дорогу. Сделали тот кусочек, как где и проезжает Рубан домой. Вот этот кусочек, который общий проезд возле текстильного к Зеленовке, его сделали. Там 1,6 миллиона тут же нашлись. И прямо в день отчета, в дождь работала дорожная техника и делали дорогу. Чтобы депутат и глава бюджетной комиссии, самой главной комиссии, как он подчеркивает, мог спокойно добраться домой. Вы не ставите главе бюджетной комиссии питание про те, что кошти міської ради обслуговуються в російському банку? Було таке питання, піднімалось? Скажите мне, за это нужно вообще наказывать. Я про другое. А вы понимаете, что это вообще неприлично? Вот я привел несколько примеров. Лоббирование своего КП, лоббирование, которое находится одновременно в сфере земельных вопросов, и человек есть членом земельной комиссии. Могут прилично ценные про депутатов в большинстве Херсонской міської ради. Так я до того и веду. Лоббировать интересы своей жены, своих родственников и так далее и тому подобное. Лоббировать то место, где ты живешь. Подождите, а остальные херсонцы не вышли, что ли, или как? Или не нравится, не подходит? Скажи, чему вот экс-региональная большинство имеет такой вплив на распределение коштів? Ну, здесь, наверное, это, давайте... мабуть, и питання від наших телеглядачів. Здесь правильно было бы сказать о том, что
оценку должны ставить во время выборов. Ну, вот они поставят, проголосуют за того Рубана, те жители Зеленовки. Ну, кроме Зеленовки, есть остальные. То есть нужно задавать четко вопросы по деятельности мэра, его команды, его большинства. Людям, которые каждую сессию делят сотни миллионов гривен. Вот у нас, а это сотни миллионов гривен каждого из нас. Это наши с вами деньги, это наши с вами налоги. Дивіться, ви казали про жарти. Є вже такий жарт, вибери там сусіда в депутати і зроби його багатим. Попри все, самі люди не перевіряють декларації тих же депутатів. Вони бачать, що люди, які прийшли в міську раду, безбожно збагачуються. Це, наприклад, не лише екс-регіональних представників, а й Свобода, Радикальна партія. Чому так відбувається? Таке, ну, такі жарти, але гіркі жарти про Херсон. Ну, я думаю, здесь треба тоді говорити про... І ми з вами зустрічалися після Майдану років 4 назад. Ви казали, будуть такі рішення правоохоронці, будуть люди вже, ну, не там... Я не і зараз... Ви вірите в правоохоронців Херсонщини? Я і зараз маю таку надію до сих пор, хоча, як там... Ми побачимо результати, що такого не буде. Дом спіра-спіра, без надії сподіваюся. Я вірю, тому що, ну, появились інструменти. От ви зараз сказали про декларацію, не случайно. Могли ми 4 роки назад говорити про декларацію там Азарова чи Янукович? Ну, ні. Зараз ці інструменти появились відкриті доступи к цим інструментам. Ну, понятно, что еще каждый рядовой херсонец не должен этого знать, но для этого есть мы с вами, есть общественные, есть журналисты, которые вытаскивают это на гора, эту информацию, и показывают связь. Ну, вот, из очевидного и простого. Ваши коллеги, я не помню, по-моему, факты. Я выставил пост про 31 участок, который идет на эту сессию. 31 участок нашелся на острове. Корабль. Жирные куски. То есть для атошников их не было. Атошникам были отказы или там на свалку идите. А здесь... Какие-то специальные люди появились. Мы начали в этих фамилиях интересоваться, что это такие заслуженные люди. Может быть, милиционеры, которые там уходили от погони и хранили. Может быть, какие-то там... А то нет. Оказалось, это родственники, чьи-то знакомые. Ну, например, совершенно с другой фамилией была Умутлу девочка. Заметная фамилия. Мы начали задавать себе вопрос, кто это? Почему не первый раз претендуют на очередной жирный участок? И именно остров, именно на воде. Оказалось, это по декларации дочка одного из наших чиновников. Разные фамилии, но вот там фигурирует декларация. Журналистка отдала скриншот декларации этого чиновника. Поэтому это начало работы этих инструментов. Сейчас коррупционерам тяжелее. Им нужно оправдывать свое состояние. И там еще не подошли к следующему шагу. Там же будет, когда покупки смотреться и обратным счетом вычисляться налог. А это следующий этап. Это будет. Тобто ви вірите в це? Я вірю. Депутатському корпусу цього скликання не пощастило, що все залишається цифровий слід. І вони повинні про це пам'ятати. Але тим не менш. І що є позитивного, що йде на сесію, яка буде 30 листопада? Ну, хороший вопрос насчет позитива. Скільки питань? Как обычно у нас... Ну, близько сотні. А, вот, кстати, вот давайте по процедурам. Вот сколько у нас вопросов, вы спрашиваете у депутата, который... Вы депутат и журналист. Да, а на самом деле я не могу вам сейчас этого сказать. И никто вам не скажет. Больше того, дважды. Вот рабочая группа, которая дает итоговую поездку дня, она дважды уже не состоялась. Ну, в четверг, потому что Миколаенко... Пришли люди его искать, он не смог появиться. Потом он заболел, в понедельник назначили, тоже не состоялось. До сих пор такий не было. Такий хаос кому-то выгодный, я завжди кажу. На руку. На руку. Тобто питань ще невідомо. Поки ні. Питання. Чи є щось позитивного там для городян? Ну, всегда... Ну, хоча б, наприклад, транспорт. Структура сесійних вопросів завжди одна і та ж. Всегда є соціальні вопроси. Поэтому будет... дополнительные деньги выделены на решение социальных проблем. Это самое простое, что можно, меньше украдут. Я так отношусь к этому. Что касается транспорта. Нет, на этой сессии решения транспортной проблемы не будет. Моя позиция. Я против того, как видит это, скажем, бюджетная комиссия в лице руководителя, как видит транспортная комиссия. У них один выход. Мы купим троллейбусы, мы купим маршрутки. Это не выход. Я готов на цифрах это доказать. Сегодня маршруточная сеть Херсона это более 537 таксомоторов. Ну купят они 20 автобусов, ну даже 30 купят. Это не решает проблему. Это 100 миллионов для начала. Они предлагают покупку. Ну меньше крадуть хотя бы. С одной стороны, но с другой стороны мы уже покупали эту технику, мы это проходили. Я очень не нравлюсь многим, что я начинаю вспоминать там времена Сальдо. И задаем вопросы. Я там и ряд честных депутатов задаю вопросы. А где же та техника, которая была? Куда она уехала? В какие города? Ведь мы уже это делали. Уже бюджет горсовета это делал. Он покупал. Поэтому нет ни одного у нас прибыльного коммунального предприятия на сегодня. И верить в это, то, что оно появится, я тоже не верю. Создайте условия. Сегодня нужно уважительно относиться. Вот все перевозчики, это частный инвестор. Они вложили уже какие-то свои деньги. Они рискуют своими капиталами. Наш чиновник из управления транспорта ничем не рискует.
он рискует чуть меньше получить взятку. А перевозчик, он рискует своими капиталами, своими деньгами. Создайте для него честные, прозрачные правила игры. И все. Чи можливі все-таки програми підтримки Євросоюзу щодо придбання комунального транспорту? Слушайте, ну ми... Тоді тільки єдине, що тоді доведеться працювати чесно і звітувати, мабуть, за цю. Зараз об этом йде річ. Зараз Устінов сказав, що буде програма Європейського банку реконструкції та розвитку на 10 мільйонів. Це не такі великі гроші, але, опять же, сеть у нас тролейбусом не покриває весь город. Це перше. Второе, з тролейбусом є одна велика проблема. Це так називаємо... Льгове? Да, льготные поездки. Они стоят бюджету от 60 до 90 миллионов в год. Это без покупки новых троллейбусов. Если бы мы, скажем, из этой суммы хотя бы там половину дали перевозчикам маршруток, а там они все частные, то это, они бы нас возили до подъезда, еще, наверное, в квартиру бы завозили. Поэтому тут есть такой баланс. Ну, потрібне для цього стратегічне планування і повинні цим займатися чиновники, спільно депутати. Получаючи за это деньги. Отримуючи за це кошти. І для цього потрібно, мабуть, щоб були і профільні зами у нашого міського голови, щоб він не ховався від людей, а чесно йшов на розмову і сам собі поставив оцінку. Це така фантастична історія. Ви вірите, що буде відгук міського голови? Безусловно, ну давайте так, почнемо з філософських речей. Як прийшов до власті Миколаєнка? Точно таким же образом. Недовіра секретарю, він стає секретарем і потім виконує обов'язки міського голови. А це буде його спонукати хоч трішки попрацювати, чи ні? Безумовно, тому що він до сьогодні не реалізував жодної проблеми, з гаслами, якими він йшов на вибори, з проблематикою, яким стикався на протязі цієї каденції, він нічого не зробив. Це був Віталій Богданов, який без надії сподівається на роботу правоохоронних органів, вірить у місто Херсон. І будьте надалі з нами. Це був «Український південь». Я Лідія Григорьєва.